Всем привет! Сегодня хочу снять небольшой видеоролик, в котором я затачиваю вот такой нож. Это Опинель номер 8. Хочу рассказать, как делать спуски в ноль. То есть покажу свой способ. Не говорю, что это истина, что именно так нужно его затачивать. Просто я затачиваю так. Возможно, кому-то будет интересно, и поставите мне лайк. Для этой цели нам понадобится вот такой круг. Это вспененный абразив с зернистостью 180. Давайте установим его на станок. Станок я использую Днепро М BG15. Снимаем фетровый круг. И устанавливаем вспененный абразив. На этом станке есть вот такие шайбы. Они как раз хорошо подходят для вот таких кругов для болгарки. То есть с одной стороны такая шайба есть у нас, и с другой стороны. С другой стороны вот тут такое углубление есть, в которое эта шайба плотно, ну не плотно, а свободно становится. Но углубление имеет такой плавный спуск к центру, и эта шайба там плотно держится. Ну то есть когда ее поджать, она там нормально фиксирует ровно посерединке этот круг. Включаем станочек. Нож имеет линзообразный спуск. То есть они сходят в ноль. Теперь давайте установим сейчас полировальный круг и отполируем режущую кромку. Для полировки кромки я использую вот такую белую пасту.
Она уже перемазалась, перепачкалась. Это белая паста типа Dialux. Но другой марки, название не помню. Включаем станок, наносим пасту и полируем кромку. Ну вот, полировка закончилась, протираем нож и смотрим, что получилось. Итак, давайте посмотрим, что получилось. Нож после полировки должен быть как бритва. Видим, что так и есть. То есть, ну, очень острый. Можно проверить, что бреет. На этом у меня все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Комментируйте. Всем спасибо, всем пока.